два, один. Режьте. Режем, режем, режем. Ваши аплодисменты. Отделение нового поколения. Так можно сказать о березняковском филиале Уральского банка реконструкции и развития. Это новый смарт-офис, в котором нет привычных касс. Для внесения и снятия наличных в отделении есть специальное помещение. Здесь есть банкоматная комната, приватная, да, также она ограждена. Там есть счетчик купюр, есть банкомат, который принимает за один раз не более 1 000 000 рублей. То есть, в принципе, под классический там набор операций этого достаточно. Мы этот... Это не новый офис, скажем так, для банка. Мы уже открывали такие офисы там в Москве, у нас есть новые офисы в Екатеринбурге, поэтому мы этот формат протестировали перед тем, как прийти в Березники на такой уже привычной нам территории, и смело как бы можем сказать, что этот формат абсолютно отлично работает. В банке представлена широкая линейка продуктов и услуг для частных клиентов. Самая востребованная – бесплатная дебетовая карта MyLife. Если клиенты банка получают на нее зарплату, то они получают и повышенный кэшбэк – 5% на услуги ЖКХ, 10% на проезд в общественном транспорте, а также 1% на любые операции. Банк предлагает выгодные условия и тем, кто решит приобрести жилье. Ипотечные ставки начинаются от 5,5%. В радиусе 300 километров от Березняков любой клиент может подать заявку на ипотеку и получить жилье в любом городе, вот, который есть поблизости. Выгодно оформить здесь и накопительный счет. В апреле Уральский банк реконструкции и развития поднял ставки до 11% годовых. На вклады для новых клиентов до 10%. Замечательно, что есть продукты, которые, может быть, отличаются от других банковских структур. Я думаю, что есть потенциал для развития. Мы с руководством проговорили, в том числе и по перспективам для малого бизнеса. Желаю успехов вновь открывшемуся офису в Березняках. Отделение нового поколения открылось в Березняках в самом центре города по адресу улица Пятилетки, дом 54. Офис работает в будние дни с 9 до 19 часов. Елена Катаева, Никита Игнатьев. Наши новости.